сказать: вот здравствуйте, пройдите там опрос и получите денежный выигрыш. А вот как ты в такой ситуации действуешь? Вот что нужно делать? Я обычно сбрасываю трубку. Пожалуй, каждый школьник знает, на такие сомнительные звонки лучше не отвечать. Вымогательство денег по телефону – одно из самых распространенных способов мошенничества. Распознать сложно, поэтому лучше разговор оборвать. А еще один из видов телефонного мошенничества – выигрыш в моментальной лотерее с первым взносом или блокировка карты. В группе риска самые доверчивые – дети и пенсионеры. Двери никому нельзя открывать вообще. Предупрежден – значит вооружен. На профилактическую беседу с горожанами вышли сотрудники полиции и общественники. Мы предупреждаем граждан, что они могут оказаться жертвами мошеннических схем, и напоминаем им, что нужно быть бдительными, внимательными. И если что-то вы заподозрили, сиюминутно необходимо обратиться за помощью, конечно же, в первую очередь это к сотрудникам полиции. Если они зашли в квартиру мошенники, то они заберут свое. И это уже ничего не сделаете. А если кто-то с газовое оборудование приходит, предлагает, по подъезду ходит, вы лучше позвоните 112 сразу же и сообщите об этом. Это еще один вид легкого отъема денег у пенсионеров. Мошенники представляются сотрудниками газовой службы и предлагают купить бесполезные датчики утечки газа. Ценник начинается от 10 тысяч рублей. Но кроме потери денег, датчик этот никак не поможет. Татьяна Карасева относится к категории бдительных граждан и не раз выручала своих доверчивых соседей-пенсионеров. Я бы вообще повесила на каждом этаже памятку пожилым, потому что и крупным шрифтом, что не открывайте двери, ходят мошенники. К вам, если придут, ну, пожилые люди, вы знаете, что к вам могут прийти только родные. Кого еще вы ждете? Никого не ждите. Позвонить в 112 необходимо в случае, даже если пришел сотрудник полиции. Диспетчер свяжет вас с территориальным отделом, и только тогда сможете убедиться, действительно ли за дверью полицейский, а лучше знать телефон своего участкового. Профилактика проводится с населением, как бы рассказывается это и все. И они уже как-то стараются выгонять того, кто им случится. Либо, если что, какие-то вопросы, они звонят напрямую участковому. Участковый уже дает какой-то совет. Вот как это проходит сейчас. Ну, конечно, у нас же номера наши известны, мы не скрываемся, у нас есть приемные часы, когда люди могут спокойно прийти и рассказать нам свои проблемы. Стражи порядка и общественники надеются, что такие рейды позволят сократить число преступлений, связанных с мошенничеством. Ведь для того, чтобы их предупредить, достаточно знать о существующих мошеннических схемах и правильно оценивать ситуацию. Василиса Ивашкина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».